В Щелковском центральном дворце культуры члены нового состава общественной палаты провели заседание. Первым вопросом стало утверждение структуры организации. В ее составе будут работать 7 комиссий, которые охватывают различные направления местной жизни. От вопросов самоуправления, социальной политики, культуры до экономического развития территорий и трудовых отношений. Также на заседании прошли выборы заместителей председателя общественной палаты, которые будут курировать деятельность организации по направлениям. Во всех 7 комиссиях избраны руководящие органы.